Побандерложили і досить. А зараз гарна, як машина пожарна, Свєта Блабада розкажуть вам про найдостойніших кандидатів на пост президента Федерації, що за перебріком. Тож, хто може замінити Путіна, хоча, як на мене, найдостойніший кандидат – наша Свєта. Дивіться, а ми незабаром побачимось. Грядут в России президентские выборы. В этот раз будет весело, как никогда. Потому что список желающих занять место Владимира Владимировича наверняка впечатлит каждого. Ведь кроме вечно арестованного и никому не интересного Навального идут еще Ксюша Собчак, Анфиса Чехова и продавщица из Алтайского края Елена Климашкина. И это далеко не весь список. Таких кандидатов на выборы, как в России, во всем мире не сыщешь. Кандидатура Владимира Владимировича и его рейтинг 86% у многих уже не вызывает доверия. Кто 86% за Путин? Но если это, не дай бог, так и есть, кто ж тогда займет его нагретое место? Проанализируем реальных кандидатов. Взгляните-ка на новоиспеченного главного конкурента Навального Ксению Собчак. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Ксения Собчак, кандидат против всех. Ксюша идет на выборы без политической программы, зато с очень убедительным лозунгом. За Русь, усрусь. Собчак росла на глазах у Путина и волей-неволей переняла от него имперские замашки. Даже ее высказывание про Крым переполнено православным русским патриотизмом. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Так и хочется добавить, а с точки зрения справедливости и совести, он наш. Конкуренцию Ксении решила составить еще одна телеведущая, Анфиса Чехова, которая ведет программу о сексе. Первичные и вторичные половые органы. Кстати, выдвинула свою кандидатуру она из-за 200 тысяч лайков в Инстаграме. В политике, правда, Анфиса не сильна. Евросоюз – это... А что это? Ну, у Анфисы появилась серьезная конкурентка, которая может не только заговорить о сексе, но и наочно продемонстрировать. Это порноактриса Елена Беркова. Дорогие друзья, я Елена Беркова, и я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Которая, как и Собчак, была когда-то в Доме 2. Но в отличие от Ксюши, удосужилась вовремя оставить эту реалити-программу. Планирую ввести сексуальное воспитание в школах. Планирую вести обязательный сексуальный экзамен, такой же, как ЕГЭ. Не порно, но тоже актер. И не менее скандальный Алексей Панин не смог удержаться и решил тоже пойти в президенты. Работать над моей предвыборной программой мне помогали иностранные специалисты. Джонни Уокер и Джек Дэниелс. Панин был замешан в зоофильском скандале, поэтому не странно, что, став президентом, он в первую очередь займется правами и свободами симпатичных собачек. Я введу налог на шутки про собак. В остальном его программа местами схожа с программой Берговой. В первую очередь я увеличу пенсии, зарплаты и грудь первой леди. Вам может показаться, будто из всей так называемой оппозиции Путина Навальный самый лучший кандидат. Да, но нет. С нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее, свободнее. Как и Владимир Великий, Леша хочет быть собирателем земель русских. Только метод у него помягче. Крым он считает нашим, вот только отжать его предлагает по-нормальному. Нам нужно провести нормальный референдум. Конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью Российской Федерации. Кроме того, в далеком 2008 году, когда русские солдаты освобождали от грузинской оккупации Абхазию и Южную Осетию, Навальный, хлопая в ладоши, поддерживал действия Кремля и не стеснялся в выражениях. В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо. Уверен, что сейчас как раз надо. Конечно, запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут. Объявить полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение, выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии. Как видим, кандидаты на пост царя очень достойны. Владимир Владимирович, конечно же, ничего дурного не сказал и не сделал. Но столько лет править такой страной – занятие утомительное. Я ухожу. Я сделал все, что мог.
оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Итак, резюмирую. Антигрызун Навальный, любитель по собачьей панин, ведущая Дома 2 Собчак, секс-теоретик Чехова, секс-практик Беркова, предвыборная президентская кампания обещает быть забавной, а точнее развлекательной. С вами была Света Блобода из Москвы. До новых встреч!